много школ, в которых обучают за более короткий срок по такой же программе. Что в академии делают 4 года? Почему так долго? Ну, программа наверняка не такая же. Словом, математика можно назвать все. От дифференциальной геометрии до таблицы умножения. Программа далеко не такая же. Но это вопрос по существу. Я на него сейчас отвечу. Я тут познакомился с новым пространством, называется ВК. Прогулялся по ВК, прогулялся по незнакомым сайтам и столкнулся с очень интересными вещами. Вот руководитель, не буду говорить фамилии, руководитель одной из периферийных школ предлагает для разбора карту покойного Жириновского. Только что Жириновский умер. Естественно, тема горячая, давайте разберем карту. Мне интересно, как будем разбирать карту. У Жириновского в карте квадрат Сатурна с Юпитером. И вот идет текст. У Жириновского были трудности в карьере. В чем заключаются трудности в Жириновского карьере? Он 6 раз баллотировался на пост президента и ни разу не был выбран. Когда я вчера предложил ту же самую задачу на 4-м курсе, кто-то сказал, я что-то не понимаю, чтобы у Жириновского были трудности, у него блестящая карьера. Я то же самое говорю. Это человек, занявший одно из самых высоких положений в стране. Не постов, а именно положений. Человек, известный на весь мир. Может быть, не знают кого-то второго. Там, Жириновского знают все. И в Америке, и в Европе все знают Жириновского. Это человек, которого миллионы последователей, голосовавших за него. Его карьера изумительна. Сказать, что он мучился финансово, тоже не сказал бы. Чего вы еще хотите в карьере? Почему пишут, что он трудности в карьере? Объясняю. Система стандартных положений. Сатурн и Юпитер – две планеты, отвечающие за социальное положение человека. Квадрат – это плохой аспект. Если Сатурн в квадрате начинает, это стандартное положение. Знаете, как в футболе отрабатывают стандартное положение. Вот. Квадрат Сатурна с Юпитером значит трудности в карьере. Аксиома. Теперь ищем у Жириновского трудности в карьере, надо найдем. Почему человек так говорит? Потому что он выучил стандартные положения. Я открываю карту. У нас есть база данных, у нас есть поисковик. Мы ищем по базе данных человеков, у которых квадрат Юпитера с Сатурном. Вот такой же, как у Жириновского. Я сейчас попытаюсь на память. Там одних президентов целая куча. Это Фидель Кастро, это Перрон, это Вацлав Гавел, это Серимава Бандаранайке, это Улов Пальме, это Альдо Моро, это Чемберлен. Кстати, тоже не самая плохая карьера, наверное, да? Это Гарольд Вильсон, это кто-то из американских ранних президентов, я уже забыл, кто там. В общем, целая куча людей, занимавших самые высокие посты в стране, имеют этот квадрат. Я уже не говорю, что туда попадает Билл Гейтс, туда попадает Анасис, если кто-то помнит эту фамилию. Сюда попадает Пьерпонт Морган, один из богатейших людей мира в свое время был. Сейчас его, конечно, Apple обогнал. Туда попадает Шварценеггер, Анжелика Джолита. В общем, я мог бы перечислить огромное количество фамилий людей блестящей карьеры, крутого успеха. Многие из них шли с трудом вверх, с усилием. Туда попадает Бен-Гурион, создатель еврейского государства. Туда попадает Пилсудский, создатель польского государства. Туда попадает Фидель Кастро, пришедший после революции. То есть люди, прошедшие через усилия, но достигшие высших постов. Как так получается? Это еще полбеды. На другом сайте я встречаю совсем веселое развлечение. Автор пишет: «У вас Сатурн в соединении с Юпитером». И тут же начинает утешать меня, бедного. Ничего страшного, у меня нет этого аспекта, к сожалению. Очень жалею, хотелось бы. Вы, конечно, звезд с неба не хватаете, но зато у вас спокойная, стабильная так жизнь. Может быть, не... Я, естественно, пишу, я не выдержал. Я пишу тоже, влезаю в чужое пространство, я пишу. Конечно, Ньютон звезд с неба не хватал. Он яблоки с земли собирал. А вместе с Ньютоном еще и Галилей имеет такое же соединение. Два величайших ума, сделавших физику, заложивших основу физики. Почему человек такие вещи пишет? Недостаток образования? Да. Потому что сначала всюду изучают буквы. А, Б, В. Потом изучают слога. Ба, ма, па.
Потом мы мучительно по слогам начинаем складывать слова. Маша-е-ла-ка-шу. Какое усилие, какой труд нужен для того, чтобы прочесть первое слово. Помните это? Помните свои первые усилия прочесть первое слово? Вот они на этом останавливаются. Школы быстрые вот эту основу научают. Они прочитывают слоги, и лучшие из них умеют сложить слово. Для содержательной фразы времени не хватает. А весь фокус в том, что человек – это не простенькая конструкция. Человек – существо сложное, и в человеке работает все. И нюансы работы каждого аспекта. Слушайте, если мы, например, курс аспектов читаем сколько? Полгода? Они не понимают, не успевают узнать, что у аспектов есть нюансы действия. Что соединение двух планет в разных ситуациях дает разные эффекты. Что в одной ситуации, с учетом ситуации, в одной ситуации это будет действительно очень низкая, примитивная карьера. 8-часовой рабочий день, станок каждый день и так далее. А в других случаях тебя вознесет на самый верх. Все, кто заканчивает такие школы, они работают на уровне примитивной логики. Водород горит. Знаете, что водород горит? Вблизи водорода нельзя ни одной искры поднести. Вспыхнет мгновенно. Кислород. Без кислорода не бывает горения. И вот мы размышляем, мы соединим водород, кислород. Какое это будет горючее вещество потрясающее. Да мы его все подожжем. А что получается? В одном варианте вода, а в другом варианте перекись водорода, H2O2, которая просто ею тушит пожары. Как так? Да потому что если мы знаем химию только на уровне простых определений, мы будем делать простые выводы и неверные. Надо знать глубже. Мы учим тому минимуму, чтобы дальше человек мог развиваться сам. Пару лет тому назад крупнейшие нью-йоркские издания заказали социологам исследование о том, чем интересуется молодое поколение, подростки. Оказалось, новое поколение со школы уже, если не с детского сада, интересуется астрологией, оккультизмом. Мы в эру Водолея вошли. Скоро на начальном уровне астрологию будут знать все. Вот на этом фоне настоящие специалисты будут очень хорошо видны. Мы – учебное заведение высшего класса. Поэтому, если вы хотите посвятить свою жизнь астрологии, приходите учиться к нам. У нас проверенная высококлассная подготовка.